Ой, нахуй. Ой, блин. Ебать! Ебать! Что это? Ой, блин. Когда Куплинов пытается заставить свой новый чайник завариться, чай просто стоит и смотрит на него. Мем от Куплинова. Вы сядьте, мне дадите, нет? Изображение Куплинова, который смотрит на экран с легендарной игрой. Вы что, охуели в одно жало точить? Хоррор игрой. Что, блядь, за семейка? Я вас брошу нахуй, уйду. С выражением ужаса. Ебать, комментарием, дебил, когда ебать, ты дебил, на десятый ебать, раз пробовал дурак, блядь, этот блядь, уровень, ну, пиздец, но все равно равно умираешь от страха. Не понял. Понял. Ой, Костец, секрет Кистюм. Ну тут без комментариев. Тут только нужно видеть. Костец, секрет Кистюм. Где он шапку-то опять одел? Как покупают пчел? Когда ты пытаешься заскочить. Их, ну типа на рынке каком-то приходят, говорят, дайте мне две пчелы. Типа сегодня две пчелы, завтра у тебя три, потом четыре. Блять, или они хулием покупают? Бля, если их хулием покупают, сколько это стоит? Ну типа, знаешь, покупают пчел ульем, потом же их надо как-то пересадить к себе в коробки в эти. То есть их нужно как-то научить, сказать место там, типа вот там цветочки лети здесь, туда. Система, потому что я нашел папку, там, короче, есть папка сейф, я захожу, я перед тем, как перестал винду, я все время копирую документы полностью, чтобы я нашел свои сохранения, я соответственно, нашел и закинул туда, смотрю, что-то не то, думаю, что за хуйня, потом понимаешь, что здесь такие папки здесь, такие папки внутри той папки, которая была там, а это папки внутри которой папки здесь не было, и я, короче, беру эти папки, копирую эту папку, захожу в игру, в итоге, на, нашу игру здесь есть, и новая игра, собственно, доступна, третий эпизод, поэтому покупает, потому что был доступен только. Такой, смотрю, захожу в меню, а здесь только есть новая игра, загрузить игру нету, я такой, бляха, муха, вот. Ну а опять ебаный в рот. Мне уже нельзя использовать инклауд для сохранения, чтобы я потом не парился и не искал. Короче говоря, все в папках вскрытых в этих ебаных АПП локалах датах, блять, ебучие папки с огромными играми. Патронов много, а травы нет. А как же, в смысле? Че за бред? Не понял. Это глюк, да? Я думал, это сова. Если в деревне случится беда, короче, нам нужна трава. Трава ведь нигде не продается, и это плохо, да? Здесь ничего нельзя собрать. Опа. Еще одна трава. Вот это прям хорошо. Это прям прекрасно. А еще есть? Понял, вы чего? Заходите еще. Зайдем, хорошо. Так, трава неплохо. Кончилось все? О, травушка, повезло. У меня не хватает травы. У меня есть дом с глюками небольшой. Ты глазок краснющий. Ну тут все понятно. Просто, ну, глюки с травой. Это глюки. Так еще плюс ко всему, блять, у них меняется корневая система, потому что я нашел папку, там, короче, есть папка сейф, я захожу, я перед тем, как перестал винду, я все время копирую мои документы полностью, чтобы я нашел свои сохранения, я соответственно, нашел и закинул туда, смотрю, что-то не то, думаю, что за хуйня, потом понимаешь, здесь такие папки здесь, такие папки внутри той папки, которая была там, а это папки внутри которой папки здесь не было, и я, короче, беру эти папки, копирую эту папку, захожу в игру, в итоге, на, нашу игру здесь есть, и новая игра, собственно, доступна, третий эпизод, поэтому покупает, потому что был доступен только. Такой, смотрю, захожу в меню, а здесь только есть новая игра, загрузить игру нету. Я такой, бляха, муха. Вот. Ну опять ебаный в рот. Ну неужели нельзя использовать инклауд для сохранения, чтобы я потом не парился и не искал. Короче говоря, все в папках вскрытых в этих ебаных АПП локалах датах, блять, ебучие папки с огромными играми. Патронов много, а травы нет.